Дорогие друзья, те, кто не знает, как правильно зарегистрироваться на Advance, чтобы поиграть со мной, покажу вам все наглядно. В ник приглашения пишем никнейм Диего Корон. Это даст мне 50 тысяч. Сразу здесь выбираем «Уже играли», выбираете пол, принимаете, спавнитесь. И после того, как вы ввели мой никнейм Диего Корон, прописываем MM, ввести промокод и пишем сюда «Барон АРП». Данный промокод вам даст по достижению третьего левела 50к. Но когда вы ввели в ник приглашения Диего Корон, то есть то, что я вас еще и пригласил в нике приглашения, когда регистрировали аккаунт, я вам верну ваши 50 тысяч, которые придут мне. Приятной игры на Advance, ребят. Приходите и играйте вместе со мной. Друзья мои, всем привет. Сегодня я хочу покрутить рулетку на Advance RP, но вы сможете увидеть, что же мне сегодня выпадет. Также, друзья мои, если этот ролик набирает 150 лайков, тогда я играю в казино и пытаюсь выбить золотые слитки. Играем мы там на 1,5 миллиона. Поэтому, ребят, ставьте лайк. И сегодня мы крутим где-нибудь на 1500 монет, плюс 500 монет я оставлю, если что, на стрим. Осталось у меня 202 рубля в случае чего. И давай сразу включаем лотерею и пытаемся прокрутить. Здесь нам может выпасть на рандоме абсолютно. То есть в основном выпадают скины, то есть, как вы можете видеть, которые стоят по 150 тысяч. Но сейчас нам не повезло, нам выпала какая-то так себе, если честно, машинка. Будем играть дальше. Конечно, надеяться на то, что выпадет что-то годное, что-то дорогое, что-то хорошее. То есть хотя бы верты, я не знаю, потому что верты мне очень сильно нужны. Но опять же, вот выпадает скин, надеюсь, за 150 тысяч. Скин идет сразу же на продажу, скорее всего, на продажу прямо в рулетке, либо же на продажу в игре. За счет того, то, что мне будет проще потом поднять в казино Калигула денег, чем я здесь буду пытаться поднимать. Здесь же видно то, что здесь выпадают хоть автомобили какие-то, но эти машины о себе как бы ничего не представляют. Можно, конечно, знаете, что сделать? Можно попробовать, допустим, поставить вот этот автомобиль. Вот, то есть он стоит довольно неплохо денег. И прокручивать заново. То есть реролить, или как оно называется. Хотя у нас, мне кажется, это не получится сделать. У нас не выпадает эта машина, к сожалению. Но хотя было бы круто, если бы она, конечно, выпала. Выпадает скин. Уже 300 тысяч вирт у нас есть. Даже около 500 где-то примерно. То есть здесь можно чисто фармить деньги, ребят. Потому что выпадает постоянно просто. Ну, как вы видите, постоянные скины выпадают. То есть вот опять выпадает. Я надеюсь... Нет, выпадает нам автомобиль. Ничего годного здесь не встает пока что, то есть в основном встают тут скиллы или что-то в этом роде, то есть ничего такого жесткого не встает. Если только, ребят, делать вот так, то есть загружать сюда, тогда, конечно, да, что-то годное выпадет, но пока что падают. Единственное, это только скины. Не, ребят, ну тут вообще ничего не падает. То есть даже, ну вот деньги, конечно. Ух, слушай, а денег-то, кстати, довольно-таки много. Может так повести и выпадет действительно офигенная тема. Но сегодня нам просто не прет. Не знаю, с чем это связано, но, ребят, одни машины. Я даже продам ее. Нет, это ни смысла, ни толку. Кстати, у меня есть вопрос, есть ли тут какие-то... Так, яхты, это понятно, машинки. Нет, здесь ничего у нас годного нету. Будем надеяться, единственное, на деньги. Потому что, помню, многим выпадали деньги, и притом очень крупные суммы. Там и 5 миллионов, и 9 миллионов кому-то я видел на ютубе выпадало. То есть такое, действительно, очень все круто в этом плане было у всех. Но, к сожалению, мне пока ничего не падает. Вот хотя бы игровая валюта бы какая-нибудь выпала. Или хотя бы эта машинка. Нет, мне выпадают донаткоины, которые мне тоже, конечно же, особо не нужны. Их можно сразу обменивать, потому что это ноль в игровой валюте. Ничего от этого мы, к сожалению, не поимеем. УЗИ. УЗИ нам выпало. Микро СМГ УЗИ. Для чего нам это? Нет, это тотальный минус, ребят. Я надеялся, конечно, на что-нибудь крутое. Это просто жесткий минус. Как за 4 минуты слить до хреново бабла? Опять же, я продам скины в любом случае. То есть, либо я их продать, я их могу и в игре, конечно. О-о-о, ну вот это хотя бы давай, ладно. Так уж и быть. Хот-дог. Ай, это что? Ребят, вот это типа заправка какая-то или что это такое?
Опять же, игровая валюта. Опять же, машины. Вот эту хотя бы давай, родная, хоть раз что-нибудь. Да. Прекрасно, выпал у меня какой-то бомж. Скин бомжа, который тоже стоит очень дешево. Вообще, если это продать, можно где-нибудь накопить миллиончик. То есть халявный миллион вирт можно получить с этого. Скорее всего, этим мы и займемся, то есть продажей, скорее всего. Потому что, как вы видите, не падает ничего. Падают только скины. Только скины, ну или какие-то автомобили, которые тоже стоят очень-очень мало денег. Ничего годного не падает. Хотя были моменты у меня, когда мне падали дорогие автомобили. Я помню, крутил на стриме. И действительно, там что-то хорошее у меня выпадало. Но не... Ну вот давай, ну 400 тысяч, ну скин, ну хороший же. Нет, даже скин за 400к, к сожалению, мне не выпал. Докручиваем рулетку, потом, я думаю, продадим все скины. И посмотрим, что у нас еще выпадет. Потому что я надеюсь, конечно, на что-нибудь хорошее, на что-нибудь годное. Отлично. Да нет. Да не, не получится. Да, ребят. Вот это уже хорошо. Этот скин я оставляю, он 400к стоит в продаже. А, пока что я его оставлю, не буду я его никуда сливать. Но хоть что-то годное выпало. За 400 тысяч это очень неплохо. Еще один скинчик бы такой, и было бы просто прекрасно, я бы ушел. И уже пошел куда-нибудь. Да ладно, ребят, еще один скин за 400 тысяч, офигеть. Нет, ну слушай, это уже хорошо поперло. Я их продавать не буду, это 100%. Оставлю их, пожалуй, себе. 1.7, давай! Не, нихрена, блин. Ребят, ну уже годная рулетка пошла. Ну вот 1.7к был. Было бы хорошо, конечно, выиграть 1.7, но, блин, какие-то карты, не знаю вообще, мне непонятно. Какие-то дома. За 86 тысяч тачка. Хорошо, окей, давай тогда все призы нажмем. Продать. Блин. Окей, ладно, давай продадим эти скины. Не суть важно, посмотрим, сколько мы ушли в минус, ребят. Но в минус мы ушли в дикий, то есть где-то на 500 монет точно ушли. Ну, почти, ребят, почти ушли в минус. А, в жесткий, ну такое. Конечно, я в надежде на то, чтобы сейчас окупиться, вот хотя бы вот эти денежки бы мне бы выпали. Я бы уже, слушай, был счастливым, но нет, мне выпадает машина, которую я продал. Так. Машина тоже хорошо, это не скин за 20 тысяч. Это очень хорошо даже. Ее, по крайней мере, можно продать. Вот это АВП у меня выпадало, и мне выпадает, надеюсь, скин. Нет. Мне выпадает АК-47. Как обычно, ничего нового. Нового и крутого мне не падает. Но уже, по крайней мере, вылетает иногда вот эти вот 1.7к. То есть, хотя бы это есть, это вообще что вот это такое, ребят? Хорошо, что нам это не упадает, мне это вообще не интересно. Скинчик это уже нормально. Фармим бабки, надеемся на то, чтобы, конечно, вытащить что-то годное. 26. 72 тысячи долларов. И то не выпали. 68 тысяч. Персональный салют. А, профессиональный салют. Для чего? Я его все равно запускать не буду. Нет, пока что, ребят, ничего годного не падает вновь. То есть, видимо, это была ошибка, и хотя бы вот день... Оп-оп-оп-оп, хорошо, хорошо! 280 тысяч, альфа, ребят, отлично. Новая машина, на которой можно неплохо-таки поездить. Ну, сейчас говно выпадет, я так... Хотя, слушай, нет, скин за 150к нормально. Скин за 150 тысяч, это тоже хорошо. Постоянно бы так падало, на самом деле. По крайней мере, это можно в вирты перевести. И у меня на сервере было бы 1,5-2 миллиона, по крайней мере. Можно на эти 1,5-2 миллиона в казино потом сходить, поиграть. Пока что мне выпадает еще один скин. Да, еще один скин за 150 тысяч, который можно продать. Я не буду слишком долго крутить, потому что шансы, на самом деле, очень маленькие. То, что я здесь что-то подниму такое жесткое прям. К сожалению, мне ничего жесткого не выпадает. Не выпадает дробовик какой-нибудь. Или того хуже, вот этот скин бомжа. Давай хотя бы докатись до монеток. Отлично.
Монетки, по крайней мере, они хотя бы дают возможность прокрутить еще раз. Но только не вот эти вот. Так, султана уже, ребят. Султана, скин. Давай скин хотя бы. Отлично. В целом у нас получается уже около... Около миллиона у нас есть, ребят. То есть около миллиона есть, в случае чего мы пойдем в казино. Но это уже в следующем ролике. Если этот ролик собирает 150 лайков, мы в следующем идем в казик. 37 тысяч нам падает. Да, но это вообще ни в какие ворота, честно говоря. Можно даже прямо сейчас это продать. Ну, за 24. Давай, ладно, продаем. Можно поставить какую-нибудь машинку сюда. То есть, допустим, вот эту вот давай поставим. По крайней мере, она стоит неплохо. То есть, есть шанс то, что она выпадет. Это баги. Ну, конечно, шансов. Шансы маленькие. Сюда надо загружать сразу по 5, по 6. Вот тогда, да, тогда они будут выпадать. Тогда, конечно, они будут выпадать, потому что если загружать сюда, допустим, по одной, это очень маленький шанс того, что она выпадет. Ну и, конечно же, здесь уже... Вон, опять это баги, кстати. Которая мне не выпадет, я уверен. Потому что рулетка уже останавливается, и у меня скин за 150 тысяч. Давай, родной, хотя бы скин. Чуть-чуть до баги не докатилась. Но, конечно же, я надеюсь на самолет, которого, кстати, я даже не видел здесь. Вот на какой-нибудь хотя бы, без разницы, даже на вертолет какой-нибудь за 850 можно его закидать. Вообще, если иметь здесь 1010 баланса, можно уже вот с 10 тысячами что-то поделать годное. Но пока что мы сливаем только 1000 рублей здесь. Плюс-минус где-то, но около 1000 рублей. Тем не менее, у нас уже есть почти миллион вирт. Даже уже больше миллиона. Вот теперь точно больше миллиона, около полутора миллионов, скины за 400к вон тут уже пошли вновь. Под конец всегда почему-то скины у меня выпадают, дорогие. Конечно, я бы не отказался вот от этого султанчика, который у меня пролетел, блин, но ладно. Так, ну или давай хотя бы за 150, не надо этого бомжа, выпал бомж. Так, даже продавать не буду, лучше продам в игре. И вы сейчас увидите, сколько я со всего этого заработал, потому что эти скины я продавать не буду. Слишком это рискованно. Конечно, это в плюс, да, это в плюсик в небольшой. Ну, ребят, ну не знаю, стоит ли это продавать, потому что, как видите, падают сплошь и рядом просто сплошные скины. От них нет никакого толку. Конечно, это все на продажу, то есть... Можно попробовать еще, конечно, выбить что-то годное, но я боюсь то, что сейчас мне ничего не выпадет. Ибо здесь у нас идет раз, два, три, ну, там примерно, да, то есть, примерно около 11 прокрутов у меня будет. Ну, хотя вот эта вот машина, она дорогая. Ну, давай попробуем, ребят. В принципе, давайте попробуем. Давайте попробуем, я продам, так и быть. Как говорится, продам и постараюсь выбить что-то годное. По крайней мере, у меня выпало много скинов. Но я чувствую то, что это будет тотальный сливик такой. Потому что мы уже минус, считай, 1000 коинов вот этих вот. 1000 монет. Я чувствую, что выпадает, ну, полное просто говно. Баги, например, вот не выпадает даже. То есть мы сейчас максимум окупим миллион здесь. И все, и больше мы не окупим ни хрена. Плюс у меня 201 рубль вроде в донате остался, который можно перевести в игровую валюту. Машину хотя бы дайте. Нет, ребят, ну это вообще издевательство. Опять скины, то есть... Ну, хотя бы скины, ладно. А, я еще, кстати, не продал вот эту машину. Ладно, не суть. Крутим 10 раз. И за 10 раз будем надеяться, что нам выпадет что-то хотя бы годное. Хотя бы разочек. Ну, это не годное ни хрена. Скин. Опять. По сути, ничего нового. Либо это залагало, либо еще что-то. Потому что мне показывают, что все призы это 2. Либо... О, 132... Нет. Мне выпадают... Что это? То ли какие-то скиллы, то ли еще что-то говорили. Навык владения оружием. Угу. На самом деле нужная вещь. То есть его я активирую. Потому что навык владения оружием мне нужен. Вот все остальное мне вообще не надо. Ну, игровая валюта вот что-то выпадает, то есть... И какой-то еще навык, я так понимаю, карате. Это тоже мы продадим сразу же, потому что от него смысла нету.
Я не знаю, ребят, что с этой рулеткой не так, конечно. Но нет, нет, может и так. Понятно. Выпадает китаец. Ну, китайцы дешевые, видишь, какие-то. Они вообще прям... Я не знаю, они какие-то странные. Ну, несколько автомобилей выпало. И все автомобили, то есть, видите, они все 40 тысяч, 80 тысяч, то есть 37, 47 коинов. Ну, вот 47 коинов получше, на самом деле. Ну, тоже такое себе. Так себе выбор, конечно. Выпадают какие-то... Что это за книга? Ну, хотя бы, ну, по крайней мере, скин. Не знаю, что это за книга даже. Не будем на нее смотреть. У нас есть около, получается, так, 304... Около 500 тысяч примерно. Но... Опа-па, хорошо, ребята! Стой, стой, пожалуйста, стой! Полмиллиона! Есть! Полмиллиона вирт, ребят. Вот это уже хорошо. Полмиллиона вирт. Отлично. Пошли, по крайней мере, нормальные призы. Вот еще тут что-то полмиллиона. Но нам это не выпадет, конечно же. Нам выпадет оружие. А хотелось бы, конечно. Давайте крутим дальше. Смотрим, что нам еще выпадет. Но слушай, уже полмиллиона есть. То есть около миллиона у нас опять вирт. Примерно. Это можно нехило в казино поиграть на эту сумму. Так, здесь у нас ничего нету. И сейчас то, что выпадет, мы продадим, пожалуй. Потому что, как вы видите, у нас ничего интересного нет. Продадим и крутанем последний раз. Да тем более выпадает нам, я так понимаю, мотоцикл, слушай. Давай монеты, давай монеты, 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 нет. А, так, нет, давайте сыграем дальше. Но знаете, как сделаем? То есть мы возьмем вот это. Мы вот это продаем. А, нам не хватает, то есть в любом случае... То есть придется, скорее всего, вот эту вот темку продать. Да, мы ее продаем, значит. И крутим последний раз, потому что у нас здесь около 1 200 000 уже есть. Плюс еще там в 200 тысяч можно перевести. И нам выпадает ровным счетом скин. Отлично. Отлично. Вот, теперь можно уже, я думаю, на этом все. А, погнали, перейдем в игру, посмотрим, что у нас в игре будет. Итак, мне сразу пишут то, что у вас есть новые пополнения счета. Введите донат, чтобы зачислить их. Это нам не нужно. Нам нужно прописать лото. Транспорт, который продаем. Ребят, плюс денежки, отлично. Продаем скинчик обязательно. А, так. Навык владения оружием. Так, или сила. Слушай, то есть... Ага, можно... Давай, десерт игл вкачаем на 100% себе. Изучение стиля боя не надо. Спасибо большое, конечно. Так, и то есть сейчас у нас получается, сколько у нас получается в деньгах? У нас получается в деньгах 1 миллион 639 тысяч вирт, которые в целом можно потратить на свои нужды абсолютно, ребята. Так как скины мне особо не нужны, машины мне тоже те, которые мне выпали, не нужны. То есть теперь у нас имеется неплохо так денег, которые можно потратить куда мы захотим, ребят. Ну и, соответственно, следующий ролик, я чувствую, ждите по казино. Ибо я не буду останавливаться на 1,6 кака. Я буду подниматься выше. Постараюсь, конечно, на этот 1,5 кака выбить золотые слитки, желательно двойные, чтобы мне повезло. И я, соответственно, стал каким-то богатым, может, чуваком здесь. Спасибо всем большое за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ребята. Лайки меня стимулируют, соответственно, играть и снимать еще больше для вас годных роликов, связанных с рулеткой, с казино и со многим другим. Не забывайте подписываться также на канал, комментировать, ребят. Всем удачи и всем пока.